Привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, я иду по лесу, но я приехала сюда не грибы собирать. Я сейчас проезжаю вдоль озера Черешня и ищу место для установки своего лагеря. Красивый-красивый лес. Вокруг даже очень чистый. Если, думаю, идут дожди, то должен быть грибным в обязательном порядке. Ребят, озеро очень красивое. Дорога вот есть с этой стороны. И все ловят на поплавок. А мы приехали сюда с фидером. Смотрите, все в кувшинках. Какая красота, а? Вы просто посмотрите, какая красота. Но я могу вам сказать, что озеро Черешня, оно не такое большое, как может показаться со стороны. И очень места такие ограниченные. Рыбаки все сидят друг на друге. Ну, мне не в прикол. Вот я еду на реку, я вижу здешние просторы. Дубы, поле, красоту такую. И мне кажется, боже, как же там хорошо впереди на самой реке должно быть. Даже если не будет клевать. Да, я знаю, что на Черешне, скорее всего, там может быть подлещик, лещ. Я видела отчеты, видео видела с этого водоема. Ну, мы же с вами рыбаки, мы легких путей не ищем, поэтому отскакиваем на речушечку, на одну из моих самых любимых рек, которая находится в Беларуси, Неман. Это зоопарк целый, посмотрите, там и цапли, и бакланы, и утки, все что угодно. Но надо ехать дальше. Вот. Красота, конечно, невероятная, не знаю, успеем сегодня заброситься или нет. Если что, у меня есть червячок, если что, у меня есть с собой закидушки. Знаем, что на нем они есть. Сомик можно будет установить хотя бы закидушки на червя. Под нами тут вот такая вот широченная яма и углубление. Здесь, наверное, ставят лодки. Глубоко, Рамс, да. Тут так невозможно будет. А он так радовался, думал, сейчас мы это и увидел. Видите, сразу обрыв идет. Здесь ему не поплаваешь, да. Но место интересное и перспективное, я почему-то думаю. Здесь можно вот вырубить одну палатку или спрятать, я не знаю, машину. Можно поставить даже две палатки. Сейчас будем смотреть. Но видите, кто-то выстригал здесь полянку себе. Интересно, интересно будет. Ну и, конечно же, его срач в костре. Почему-то все думают, что арбуз горит. Ну как вот, я не знаю даже, что сказать. Ну что вы думаете, это чудовище не нашла, где ему в воду залезть купаться? Место просто нереально найдичайшее. Просто нереально найдичайшее. Я, наверное, таких мест на нем они еще не встречала. Прицепчик. Сейчас будем устанавливать палатку, естественно. В прицепе все самое необходимое. Есть мат, конечно же, чтобы ругаться матом не пришлось. Просто есть мат. Кастрюльки, котелки, всякие сумки, печки. Все что угодно, ребят. Все что угодно. Спасательный жилет можно кинуть собаке сейчас. Видон должен быть у настоящего рыбака. Штанцы, которые заправлены в носочки, чтобы не залезли клещи. Естественно, кофточка, чтобы сейчас не покусали комары, потому что у них начался быт. Нам нужно вставить вот 4 таких каркасика, можно так сказать, и потом поперек поставить еще 3. Уже вставляем 3-й. И не за горами в комплекте с палаткой теплый пол такой вот, который вкладывается внутрь, затягивается. Повесила, видите, пакетик собрала, мусор здесь. Мне надо самови мои груза. Они где-то могут быть вот здесь. Вон пожалуйста, я посмотрю, есть ли не они или не они. У меня есть заготовки крючков. У меня есть, конечно же, колокольчики. 3 штуки мне надо, я пока только 3 заброшусь. И у меня, конечно же, есть грузики. Вот такие всякое.
разные. Давайте специально возьмем один такой, один такой, один такой. Просто немерено зажирают, да. Наживляюсь я, ребят, на простого червячка, на навозника. Крючки большие, самовья налимовые. Вообще на сама лучше использовать больше, но может, не знаю, есть он здесь или нет. Чтобы понять это, нам нужно заброситься на такие. Да и как при ловле любой рыбы. Если клюнет, думаю, хороший, он все равно должен засечься. Не знаю, термоцел или просто улетели, комаров нет уже. Что-то там вдалеке вжухает, и все. Ну и если две снасти я завязала, как привыкла, на сама, то это сделала вообще максимально простую. У меня здесь стоит груз. Внизу, ниже груза, у меня стоит один стопорок, выше второй стопорок, чтобы если будет поклевка, рыба бумс и засеклась. Ну и в самом конце у меня стоит петля. Петля в петлю. Здесь присоединен поводок с 10 номера крючком. Вот такие вот дела. Поставила сюда червячка. Какая-то поклевочка, не знаю, может, какая-то мелочь и засела, черт его знает. Видите, ну-ка, будет еще разочек или нет, может, что уже и сидит. Да, трофик поздирала, но видно мелочь совсем, ребят. О, видите, какой длинный хвост стал. Угу. Да, это не ракушка. Смотри, в принципе, как видите, уже все готово для сна. То есть стоит две раскладушки, стоит печка, потому что будет высокая влажность. Я думаю, что пора на самом деле его закрывать. Собака, выходи, ты мокрый. Вот теперь, пока не высохнешь у костра. О, опять поклевочка. Где это у меня? Тоже опять, ребятки, вот это вот центровое что-то там происходит. Будем ждать. Ну, может быть, что-нибудь. Видно, кстати, ребят, вам не видно, скорее всего, но видно, как вот я просвечиваю, видно, как малек выплескивается, кто его гоняет. Работает термоцел. Видите, от него такой дымок идет. Этот дымок, он отпугивает комаров, которых сейчас было здесь очень много, но теперь уже больше нет. Термоцел это или не термоцел, мы можем узнать, только если его выключим. Но спасибо большое, я этого делать не собираюсь, потому что меня чуть не сожрали. Такие дела. Я использую вот эту вот свою аккумуляторную пилу Redwerk. Я могу вам сказать, что ей работать одно удовольствие. Реально, ну просто по приколу. Бесшумная, быстро и все очень легко. Место интересное, палатку поставили, дрова заготовили, закидушки забросили.
Рыба объедает постоянно, там что-то не знаю кто. Завтра буду пробовать салат на фидер. Есть такие же сумасшедшие, которые ночью приехали тоже. Ездили тут прямо ночи. Мы так еще затемно успели. А на противоположном берегу прямо в темноте. Гусера, лепсель, матрепсель. Ох, какая ладненькая. Какая хорошая. Ой, сюда. Сюда. О, еще больше густера. Чем взяла в прошлый раз. Вот такая. Опа. Красота. Опа. Такая красотка. Еще больше получается, чем предыдущая. О, красота. Одна такая. Так, я на них несу сюда лунку. Одна пошла луночка, не дошла. Другая пошла луночка. На опарыша, пучок. Ну, если густерка, давайте попробуем поддеть еще пару опариков. Вот мухи уже вылепляются, видите? Оп. Сегодня вечером будем ребрышки. Если сейчас не поджарим, они испортятся. Ребрышки вот такие вот покупаю. В магазине соседи у нас есть. Гриль называется. Слушайте, мы еще никогда ни разу не подводили. Очень вкусная вещь. Они мясные довольно-таки такие. Питательные, наедаешься. На двоим нам вот такого вот пласта хватает. Двадцать 3:52 ужинаем ребрышками вкусными. Угу. Осталось 4 снасти у меня заброшено. 4 закидушки. 2 типа на сама, 2 просто на бель. Вообще просто с грузами. Гляньте, кто здесь сидел. Оса. Ребят, ну нормально вообще. Еще одна густерина. Как видите, вот эта вся объета. Кстати, на улице совсем не холодно, между прочим, совсем. И мы сейчас эту густерку поставим на живца.
Вот так. Костер еще за счет того, что много-много подкладывали, даже кастрик еще не потухал, можно вот так вот сложить, и он 100% распалится. На кукурузу какая хорошая, а? О, огонь. Сделано. Красота. Опа. Огонь. Огонь. О, о, на, понюхай, занюхни.
На, что тебе больше нравится? Пшеночка? Тебе лапкой не скинуть все. Волшебство происходит сейчас. Вчерашнего вечера я наварила себе пшеночки, я ее сразу сюда, оп, все, и отправляю. Теперь на вторую сказать, что я хочу пробить эхолотом свой поворот, но это сделать нужно очень осторожно, так, чтобы практически не заметила сразу собак. А он, понимаете, он все замечает. Он все видит, он все снимает. Он за мной пошел? Он пошел за мной? Угу. Вон удилище, там зипер, а вот он. Ничего не понял пока. Ну, те, кто рядом рубачил, тот поймут, почему я так делаю. Рамс, ты уже покушал, а мне приятного аппетита. Смотрите, под берегом глубина 1-2 метра. Вот здесь вот прям под кустом, под этим подывовым. 1,2, 1,5, 1,7. Вот куда я там зацепилась была. 1,5. 1,6. Ребят, там кто-то гоняет вон там, вон под корягами. Постоянно гоняет малька. Он выходит на поверхность. Либо это еще сом там догуливает, либо это жерех. Может еще судак, щука. Но, блин, жерех обычно бьет сильно по поверхности. Тут не бьет, здесь просто выходит мелочь. Хорошо, что-то клюет. Опа, сюда. Это у нас уклейка. Ага, хорошо. Все, ставим кукурузу. Пошла на баню. Ну вот. На кукурузу с опарышем тоже умудряется уклея клюнуть. Прикиньте. Это на кукурузу с опарышем. Нельзя, короче, опарыша ставить. Так вот хорошо, красиво, солнышко не печет, но не холодно совсем. Очень интересное, красивое место. Рыба падала, приплыла. Thank you.
подлещичек. Прям из кувшинок из травы. Троху прогнали лодками рыбу и что-то вот клюнуло, поклевка произошла у меня. На опарыша с мотылем клюнуло такой вот окуняка. Ага. Не. Получилось, что я приняла решение пройти вот вниз по течению туда со спиннингом и посмотрела нашу поляну абсолютно с другой стороны. Самое интересное, что там, где вот эти вот деревья вы видите опавшие, там довольно-таки резкий выход из воды, и я там увидела перловец, который уже насобирала, и собираюсь из них сделать наживку для того, чтобы половить вечером сама на закидушке. Крутая поклевка. На две кукурузы с опарышем. Такая поклевина, чуть нафиг фидер не снесло там. Я тут с такой поклевкой, уже не очередной, так сказать, чуть коня не двигнула на кукурузу. Поклевывает периодически. Скорее всего, мне кажется, что это голавль. Вот, но не могу понять, почему не засекается. Ну и, короче, приняла решение пойти сходить в баньку, помыться, чтобы быть готовой к вечернему клеву, чтобы быть готовой к дождю, потому что если потом начнется молния, потом фиг сходишь в баню, потому что долбанет прямо в этот громоотвод. Я добилась того, что при поклевке у меня не оборвало поводок, потому что до этого у меня оборвало его. Как будто опять там намечается. 0,18 сейчас стоит и 10 размер крючка. Сейчас вот здесь вот наверху, там где термометр, 85 градусов. В таком случае вот для чего шапки надеваю, да? Те, кто не знает. Для того, чтобы голова не горела. Надо прогнать легкие, ребят. Масло добавляю в горячую воду, которая закипела. Чань, тут же этого масла не осталось, надо выбросить эту бутылочку, выбросим. Ой, невыносимо становится здесь сидеть. А где еще масло? Вот еще у меня есть масло. Это у меня мята. Мята у меня больше. Мята хорошо пахнет. Все это полезно очень для легких. Смотрите, какая красивая. Конечно, ёпсель-матрёпсель. Кто ходит в баню, тот максимально долгое время остается красивым. И, конечно же, у меня есть скрабики. Будем обфигачиваться всякими скрабиками. Потому что наша кожа, она что делает? Она любит, когда за ней ухаживают, между прочим. То, что вы видите, влага, это не вода. Это у меня ребятки вот так вот выступают под. Чем чаще ходишь в баню, тем быстрее и больше соли начинает выходить из шлаков, из мышц, из организма. Вот, поэтому баня – это гуд. Кстати, никогда не обмазывайтесь, девочки, солью после того, как побреете ноги. Делайте это до. Потому что я бывает после, и это очень больно на самом деле. Обычно самой завершающей стадией перед тем, как помыться, является парение с веником. Первые разы у нас веника не было, а теперь у нас веник есть всегда. Он разгоняет кровь, кожа становится после парения очень
приятный на ощупь. Помимо этого, в бане очень вкусно пахнет, благодаря тому, что листья начинают отдавать свои ароматические всякие эти свойства. Может быть, даже где-то полезные. Будем надеяться, короче. Мне вот так очень тяжело. Надо пойти. Слушайте, ну это надо прийти в себя, потому что прям в ушах зазвенело, прикиньте. Ну, надо же тренировать как-то выносливость свою, все дела. Вот. Теперь молчат все снасти, на кукурузу ничего брать не хочет. Молчание ягнят. Да, клюет одна мелочь, нужно что-то придумывать. Видите, придумала. Перловица этим летом, конечно, выручает просто пипец. Просто пипец, насколько часто она выручает. Так, и вот, смотрите. Раз, 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 раз. Такие штучки. Вот, ребят, первая поклевка на перловицу. Поставила я ее просто на свой крючок. О, вон, видите? И вон рыбка. Ух, сопротивляется. Ну, у меня здесь такой. Видите, как далеко? Жух. О! Вот это густера, я понимаю, сельматрёпсер. О, чтоб не думали, что обманываю, что на перловице. Вот, пожалуйста. Ее трохи туда вверх занесло. И вот такая вот густерень. Угу. Густера, всем густера. Я проведу сегодня вечером по своей поляне. Здесь у меня стоят два фидера, и дальше по берегу я установлю закидушки. Здесь у меня установлен мой шатер, как видите, он открыт, но скоро, когда, блин, клюет на поплавок, начнет появляться туманчик, все дела. Нужно будет опустить стены, чтобы перестало влажнеть. Сегодня на ужин у меня... просто консервы, это перловка с говядиной, и овощи будут. Костер, кстати, горит целый день. Пила Редверк справляется со своими функциями на 100%. Как видите, у меня целый день сегодня есть дрова. Это банька, в которую я уже сходила. Это мой прицепчик. Закидушки ждут вечер, естественно. Здесь у меня зона поплавочной ловли. Стоит сейчас на мотыля поплавок. На мотыля постоянно клюет. Вот такая вот мелочь, всякие селявки. Ну и здесь зона ловли на фидера и закидушки, которые я чуть позже установлю. Вот это вот такой вот столик, который организовали какие-то люди. Я им, естественно, пользуюсь. Это очень удобно. Здесь у меня готовы уже, видите, перловицы. О, зацените, какой язык высунула. Нифига себе. Вот, ой, прости, Рамсюша. Здесь у меня стоит два фидера. Один бросаю сюда, второй бросаю туда под дерево. Здесь стоит сейчас пучок опарыша. Здесь еще стоит пучок мотыля. Ничего не клюет. И, наверное, дождь за грозой будет, поэтому я хочу заранее подготовиться к вечеру, потому что будет до ночи, если прогнозы оправдаются. И установить сейчас уже места, определить для закидушек. И вот я наживляю на большой крючок. Довольно-таки много этой перловицы. Этой мышцы. Вот так получается. Наживка такая, она сама.
Вот это вот огромная страшная туча, которая громко гремит. Поэтому мы сейчас подготовились, спрятали все вещи в шатер. Плюс ко всему дрова спрятали в баню. Ну и чтобы потом под дождем или под грозой ничего не делать, я на свои удилища надела свои поводки с большими вот этими вот самовьяно-лимовыми крючками. Почистила перловец, они уже наживлены, и я иду их забрасывать. У нас идет. Опа. Опа. Кто тут у нас? А кто это? Галавль, что ли? Или мне кажется? Галавль. Ёпсель, матрёпсель. Ну нифига себе. Галавль. Смотри. Какой пупсик. Опа. Скажи, что там у тебя есть, что? Жрёшь, да? Он ест. Он ест, но он клюнул с точки, которую вот я вон туда бросаю. То есть он ест, отходит с моей точки. Говнюк! Пипец, он жрёт мою кашу. А стоит там. Он стоит не на точке, он стоит за точкой. Ты понимаешь это или нет? Так нечестно. И вот так вот и пошел дождь, ребят. Все-таки пошел. Все-таки пошел дождь. Чуть-чуть вот дождик прошел. Вышла тут у меня поклевочка. Рыбка какая, сейчас посмотрим. Посмотрим. Опа! Вот такая красота. Ого, так это уже плотва. Смотрите, какая красивая плотвишка. Короче, подожди, вообще непонятно. У меня такое ощущение, что зуще развернуло. Главное, чтобы сейчас вон та штука не пошла сюда. Отличная плотва, смотрите, какая. Я сейчас, ребят, чищу чесночок для того, чтобы поджарить хлебушек на костре и этот хлебушек натереть этим чесночком. Прикольно? Пока не идет дождь, перекусываем хлеб. Натерла чесноком, это обалденно. На прошлой неделе мы были на этой части реки, только по течению чуть-чуть ниже, и потеряли номер от прицепа. Значит, у меня закрался такой интересный план. Что будет, если мне поплыть на лодке вниз по течению, оператор соберет вещи, и потом меня соберет где-то там, на том месте, и мы поищем номера. Но я, в свою очередь, половлю на спиннинг и проплыву с закидушкой, без перекормки, без ничего, наверное, только с кукурузой, посмотрю, какая рыбка здесь есть. Thank you.
что, с собой только самое необходимое. Один Горыныч, который я буду забрасывать в поисках бели, у меня стоит вот здесь вот. Получается, внизу кормушка, которая заключена между двумя стопорами, потом поставлю на нее крючок. Два якоря на всякий случай, ну мало ли, всякое в жизни бывает, может быть пригодится. Спасательный жилет под сачек на всякий случай, а вдруг я что-нибудь поймаю. Ну и, конечно же, спиннинг. Сегодня беру Crazy Fish с более высоким тестом, потому что собираюсь ловить не только на колебалке с вертушками, но и на воблера. Здесь у меня в сумке лежат всякие спиннинговые приманки, есть леска, есть крючки, ножнички, всякие дела. И там у меня есть кукуруза, которая будет служить наживкой для закидушки. Отправляюсь в плавь. Сейчас пока на противоположный берег, вот сюда. Пойду туда и пойду по дороге искать наш номер от прицепа. Здесь вот такие вот красивые поляны вдоль береговой линии. О, красота какая. И практически везде есть проезд. Смотрите, какая красота. Красота, пляжик. А мы сидим там, блин, в каком-то непонятном месте. Слушайте, ну... Дорога вдоль всего Немана. На самом деле здесь столько всяких ответвлений, что я уже была сбилась с пути, мне пришлось возвращаться обратно. А осень мне напоминает листья, опавшие от берез. Я продолжаю идти и искать номер. Это один из таких довольно-таки резких спусков, на которых я могла потерять номер. Не вижу я его. О, видите, здесь у людей всякие покрышки валяются. Может, где тут наш номерной знак валяется? Еще одно место. Вот здесь вот получается. Я помню вот этот момент, когда мы видели чью-то губу. Вот, а нашего номера нет. Одно злачное местечко. Надо посмотреть по сторонам. Здесь ничего нет. Опа, а вот это, ребят, следы медведя, походу. И он к ним всегда выходит, к людям, населенный пункт, потому что это какашки какие-то фруктовые, непонятные. Номерной знак, ребят, не нашла. Все, я прошла от и до, просто от начала до конца всю дорогу. Наверное, где-то на ходу от тряски выпал, что я могу сказать. Значит, на этой неделе подам на его утерю и сделаю новый номерной знак на прицеп. Возвращаюсь к лагерю, чтобы сесть в лодку и наконец-то поплыть вниз по течению вместе со спиннингом. Очень хочу. Вот. Единственное, что нужно будет всю одежду с себя снять и провериться на клещей, потому что клещей очень много, и лосиных, и простых клещей. Я тут пока прошла, все на себя пособирала. Как буду обрасывать сейчас вниз по течению, плыть спиннингом в разные точки, буду проверять места на наличие рыбы при помощи своей закидухи. Ставлю 0,18 поводок, большой крючок гамакацу вот такой. Как и говорила, ставлю кукурузу. Одна кукурузка. И вторая кукурузка. Забрасывать без корма, без ничего. Оп.
Только что была какая-то рыбка, но, блин, наверное, окунь сошла. Пока были поклевки, ребят, только на вертушку. Походу это был окунь, и небольшой, поэтому он особо не засекся, потому что вертушка небольшая. Все, я продолжаю якориться там, где интересные места, и сплавляться вниз по течению. Кто-то там у меня идет, не крупный, но кто-то идет. Интересно, кто? Окуняша, наверное, ребят. Я думаю, что окуняша. Окуняша на блесенку. О, вот такой красавчик. Наконец-то клюнул. Поклевок уже много было, и это были, скорее всего, окуни, просто, видите, не получалось у меня засечь и дотянуть. То в коряшку попадало, то еще что такое. Да, нифига себе, ребят. Что-то клюнуло на кукурузу у меня. Сейчас подтянем. Да так прям выплеснулось, ё-моё. Телефон есть. Ребят, я не знаю, как вам меня слышно. Я стою в воде, рядом была лодка на якоре. Блин, дура, взяла, положила телефон под сак. Ха, клюнула рыба, я за ней. Ё-моё. Рыба здесь. Но я чуть не потеряла телефон. Фу, ребята, выбираюсь. Телефон на базе, все на месте, слава богу. О, бляха-муха. О, выпал. Телефон, знаете, сколько стоит? 14 Pro. Вы вот и посчитайте. Конечно, я за ним выпрыгнула, ёпсель-матрёпсель. Думала, ну не знаю сейчас. Повезло, что здесь не глубоко просто-напросто. А что так получилось? А вот что. Короче, у меня клюнуло вот это чудо. Ой, освежилось называется. Заодно и освежилось. Фу. У меня клюнуло вот это вот чудо. И я за ним просто туда. Обалдеть, обалдеть. А что ты сделаешь? Я под сак доставать, а он... Вот засранец, а. Фу, устроил мне. Повезло мне, ребят, повезло, просто повезло. Просто повезло, что у меня еще в придачу и iPhone, а не какой-нибудь другой телефон. Почему? Потому что у iPhone есть
Это IP-защита, то есть я его просушу, и все будет хорошо. У меня предыдущий айфон довольно-таки часто попадал и в воду, и мочился, и бывал в влаге. Но ничего страшного, это такая техника, которая стоит денег, и которая благодаря тому, что стоит денег, она служит. Но я, ребят, конечно, троху испугалась. Шоколадка уплыла. Еще один. Фух. Главное сейчас этого удержать. Еще не успела привязать. Ой-ё-моё. Ой-ё-моё. Поклевки. Огонь, конечно. О. Ой, еще один красавчик вот такой. О, красава. Фу, красопед. Крайняя рыбалка этим летом, следующая рыбалка уже будет осенью. Естественно, что видео будут выходить по плану, потому что я буду выбираться на рыбалке с ночевкой, вне зависимости от сезона года. Рыбалка у меня получилась насыщенной. Да, я чуть не поплыла вниз по течению, я нереально счастлива, что я поймала рыбу, нереально счастлива, что я сижу сейчас здесь перед вами. Печалька, конечно, что я не нашла номер, но вот такие вот дела, подам на этой неделе на их утрату и сделаю новый номер на свой прицеп. Если вам нравятся приключения, если вы любите рыбалку в любой сезон года и любите активный образ жизни, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!